Так, и вот мы забрались на ледник Чалади. Это Грузия, район Месте. И тут уже вот снег лежит. Там, видимость не очень, тоже вся вершина в тумане. Температура здесь может в одной ветровочке. В принципе, кофта, ветровка. Обувь надо, конечно, нормальную, чтобы забраться по этим камням, потому что вот такие камни. Кто-то там ногу подвернул уже внизу. А так, последние вот эти 200 метров тяжело по камням, а так тропинки нормально по лесу идут. Вот такая вот вершина. Время от времени ни одного козла не обнаружено. Только бывают змеи. Вчера, говорят, змея выползала здесь камня. Поэтому обувь надо маленько защищенную, ну или просто не бояться. Так, вот такой обзорчик.